Итак, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. И мы продолжаем обзор карт Survival Craft. Вот я загрузил сегодняшнюю карту 17 сентября. Креатив. Ну что ж, я не знаю, что это, давайте посмотрим. Загружание. О боже, так, это надо, наверное, спуститься на землю. Для этого мы сделаем... Ой, а почему у меня тут нету? Одни погоны какие-то. Ну, нету так нету. Креатив, это такое дело. Что тут пишут? А? Хед, медик, Джон Фейер, Бивенсе, медикс, господи. А зачем это тут столько писали? Ну, не знаю. Что тут? Та-та-та-та-та, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Кабина такая, ба-тыры-пыры. Ну, попробуем. Просто... Зайди. Пациент, больница, да и все дела. Ну, походим. Так, просто походим. Что это с столом, медикаментами? Просто больница, просто больница. Шторки, конечно, красивые, красивые. Да, что тут еще? Так. Что такое пациент? Ага, туда, тут еще больница, которая ждет больных. Тут нету еще пациента. Вот деньги там кто плещется. Тык-тык-тык. Красивый пол с подсвечником. А тут, наверное, заседают эти, как они называются, медицинская комиссия. Это забыл я это слово, как это называется. Ой, а я думал, это окно какое-то. Ну вот, смотрите, какие забавные стулья, что мы оттуда пришли. Так, а это приемный зал. Потом раз фонтан, значит, это приемная. Так, вы сами читайте, если это интересно. Ого, библиотека, столовая, еще что-то, море. Ну, не море, конечно, написано, что in progress. То бишь, недостроенное, ух ты, ух ты. Слушайте, меня всегда удивляло, это же люди есть терпение, это вот все это... Ну, знаете, чудаков хватает. Это ж надо было эти... Офелия, какая Офелия? Это ж надо было вот это вот. Но у меня нет слов просто. Ой-ой-ой. Окей. На-н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 а. Так, ну это, по-моему, все полная фигня. Ну же, пройдем по-быстречкому, да? Да. Поставим человеку. Это что, бассейн, наверное? Да, вход в бассейн. Так и поплавать можно. А туда как попасть? Кругом идти или плыть надо? Ух ты! А это что? Выход, пожарный выход. Так что, пойдем. Давайте посмотрим, что потом я потом просто не найду этот выход. А может это оранжерея, как клетка для больных. Это, наверное, психушка. Боже, вот.
Больных вот так вот только выпускают сюда. И тут я не знаю, из-за того, что конечно, неожиданно немножко. Но это для них написано, для больных. Так, ну пошли быстренько досмотрим, что там. Что тут? Хорошо, кидок. Камеры есть специальные. Так, факела. Нам надо факел, надо. А, мышь, это же мышь креативе. Так, а то бассейн попасть. Ну, поплыли, тут ничего нету. Тут же могут быть какие-то... Ой, мама, блин, ой-ой, а я взлетел. Так, ну ладно. А, да просто таблички, опять же, для тех, кто доплывет сюда, для них. Ну да. Ну, в общем, что тут читать? Это всякая... Кто доплывет сюда, получит дополнительный компот. Наверное, написано. Да. Так, тут меньше гремит. Так, где мы? Что мы еще не смотрели? Так, пошли дальше. Лавочка, конечно, изумительная, да. Ничего не скажешь. Красиво. Прям как настоящая. Ух ты! Научная лаборатория, опять какая-то лестница наверх. А что ж тут научная лаборатория? Что тут пустые сундуки? Ну, это, конечно ж, это все. Шо-шо. Короче, это всякие. Написано, что якобы инструменты. О, вот только для ученых. Ага. Опа. Что это? Это я табличку прифигачил. Со столики не открываются, шухлядки, ничего. О, микроскоп, компьютеры и черная стена. А это чтоб ученые. Правда, стульев тут нету, но... А они вот сидят, работают, кнопки нажимают, он тин-тин-тин-тин. Потом какая-то проблема, он так уставился в черный экран. И грызет карандаш, и мне умные мысли приходят. Так, поехали дальше. Тут это просто светильник. Боже, мы уже так долго ходим здесь. И опять гудаун туза санктуары. Так, опять куча каких-то надписей. Ну, с чем? Это что-то? Да, job info. Так, короче, не знаю, зачем? Зачем сюда было лезть, чтобы почитать таблички? Зачем это надо, если там есть библиотека? А есть библиотека? А что вот это было там задумано? Ничего тут нычек нет никаких. Так, пошли дальше, пошли дальше, пошли, да? Хэнгаут. Это точно для психо. Кабинка 2, Джон, ух ты! А тут кто? Хайланд и Николь. Они тут это что-то живут тут. Это я только не понял. Это больные тут живут или? О. Или доктора. Ну что вам сказать? Смотрите, шторки красивенько придумано. Вот это все это вот эти аксессуары. Можно и кого-то натырить. Этот кораблик я уже несколько раз такой видел. Или такой же похож. Так, мы без спроса и без стука. О, боже, ну вот это... А это все какие-то напоминания, что
Не забудьте выключить свет, уходя. А свет-то и не выключен. О, ух ты! Гляньте, какая балдеж. Опа! Ты-то молодец, первый раз такое вижу. А это тут побежит вода. Там все время бежит. А тут. О, вы видите, что делается? Ну, душа это супер. А тут что? Ага. Фу, блин, красота. О, там перелива. Ой, прямо она бежит. Так, а что у них тут? Тоже опять балкон, выход. Выход в никуда. Выход никуда не достроено. Так. Молодцы все, кто-то строители, так, туалет мы были, и кабины даже, кабина, какие-то семейные, что ли, а это пока не, Катерина еще не замужем у нас, а это, как вы думаете, это типа лук, мечи, а это что такое? А, топоры, мечи. Ух ты, сундук открывается. О, спортсменка, лук, титан. Мужчина, Германия. Двухмесячный шепард. Не понял, это для собачки, типа. А, она не замужем, но у нее есть собачка. Мужского рода, интересно вообще. О. Собачка, что вот это такое? Что имелось в виду? Ну, что имелось, то и вели. Так, печка. Сундук. В нем кусок забора. И... О. И, а куда делать? А, мы ее уничтожили. Понятно. А тут вы должны бежать. Че не бежит? Нечестно, это зеркало, надо понимать. Такие-то банки. О! А тут, видите, второй этаж. Ну, сундуки тут нечего заглядывать, это. Креатив тут. Это все неинтересно. Так. Так. Тихо. Что такое? Куда наперся? Эй. Что такое? Так, спрыгнем. Там, блин. Да сразу какой-то покоцанный. Без головы, без ног. А, то тут просто коврик, поэтому. Он не тупой. Так. А, это ж мы. Ну, давайте дадим. Кто там лестница? По-моему, там лестница наоборот. Тут еще никто не живет. Не обустроено, да. Ну да, тут, видите, кабинка и даже мебели нет. Лестница. Ух ты. Тут мы еще не были. Это кабинка номер 7. Грин. Ой. Лава где-то булькает. Смотрите, как красиво. Где-то она булькает. Но мы в креативе, нам бояться нечего. Так, здесь это на будущее. Недостроено. Недостроено. Вот тут вот это вот вообще-то. Вот зачем? Вот интересно, вот скажите. Вот кто-то вот это вот строил и. Это что-то ж вот на задумано было как-то. Это на бумажке это нарисовано, какие-то чертежи. Так, место... О, а дяди коровы нам туда. Это мы вот отсюда пришли. Ну, пошли.
О, а это тут чего-то умывальник. Зачем-то вода бежит. Это типа кухни. А это типа... Бог его знает, кто ж там хрюкает. В больнице кто-то хрюкает. Молоток, меч. Ой-ой-ой, сука, что тут еще? Тих коридора, мама дорогая. Подвал, тут, наверное, картошка хранится. Так, опять таблички. Слушайте, это миллион, не миллион, но много табличек. Ничего себе, у нас уровень повысился. А не знаю за что. Да. А не понял. А какой у нас тут? А, 11 стал. Это за что? За то, что мы ходили. Так, это тут что-то кидают. Мишени, луки, стреляют. Ну да. Так, теперь написано, что тут где-то. А, здесь бросают топоры. Понятно, специально они. Правильно, это типа тир, и он под землей для безопасности. Ну, опять таблички нам отдать. ТРСП. Ух ты. Сундуки, я говорю. Слушайте, это вообще больше похоже на бомбоубежище какое-то. Свой огород. Где-то, если поискать, то и коров этих можно найти наверняка. То есть едой, обеспечение, вода откуда-то бежит. О, кактусы. Вот зачем тут кактусы? Для печки, наверное. Коль скоро они горят у нас тут в этой игре. Ну, красиво, смотрите. Красивый огород. Так, а что тут? А, вот тут и эти мыши. Так, пошла. Нельзя не ходить. Не ходи сюда. О, бык там есть. Там. Короче, тут все есть. Я так и думал. Та что ж орёт такой. Сумасшедший. А, батюра там волнуется, конечно. Ну, выходи. А чё, бык тут? А коровы? Вернее, коровы тут. Ага, тут ещё. Ещё бык. Они плавают. Что-то им жарко тут. Чё не все в воду залезли? Четыре свиньи. Можно? Вот еще две корова. Говорю, тут они тут. Ну, не смотри на меня так. Не смотри. Так, все, тут мы посмотрели. Боже, вообще помните, откуда мы перешли? Откуда? Вот этих дверей я еще не... Ну, это тире, да, а вот это... Клетка для кого? Интересно. Очередная лестница. Очередная клетка. Во-во-во-во. Тихо, осторожно. Так, мы, наверное, будем на этом заканчивать. В смысле, не на этом, а вот... Depositable goods before entering. Шо? Тут лошарня. Лошары тут стоят. Ага, и на ней можно выехать сюда. А вот эта клетка. Так, ну что, досмотрим. Ух, здорово. Так, это сундуки. Красиво. Ну, мне нравится, но я вот не вижу практически никакого применения этому делу. Вот. Хотя, вы знаете, я уже говорил и много раз буду говорить и повторять, что
Вот на такой вот карте можно вот сейчас выйти и переключиться на челленджи. Сами понимаете. Слушай, это что-то настроило вот какие-то. Так, пора полетать, полетать. Эй, полетели, под куда? Стой, это что ж такое? О, полетели. Вот что это такое? Это знаете что? Это вот те больные, эти и их доктора настроили. Да, точно психушка. Деревья без листьев. Вот это для особо буйных. Вот это камера. Такая. Вот это конюшня. А деревья без листьев. Ты видишь? А те скульптуры, кто своял? Тень. О, работает. Так, а что мы где мы вообще находимся? Это море, океан. Короче, подземная секретная больница. Замаскированная под конюшню. Вот она, эта конюшня. И мы можем в нее. Мы можем сесть на лошадь еще. Может, лошадь выпустить? Хоть одна полезная дело. О, как-то лук настроено. Ну, в общем, интересно. Видите, на что попасть в эту больницу, нужно вот пройти через лошадей. Либо разломать ее тут и залезть в тот лук. Люк. Итак, 20 минут мы уже тут ходим. Вот, а там уже с листьями дальше деревья. В общем, тут либо повышенная чего-то радиация или химия, скорее всего, раз вся трава выгорела, и листья тоже. Остались одни стволы и какие-то странные фигуры. Очень странные. Вот это что за скульптуры такие? Вот это вот. Да. Ну вот, решайте сами, что это такое. А я буду с вами прощаться. Почему? Потому что все посмотрели. Ищите сами эту карту и можете тут ломать, стрелять, достраивать. Я думаю, никто на вас не обидится, потому что сломать-то ничего и нельзя. Это же Survival Craft, и мы опять загружаем и опять строим, что им надо, что нам надо. Все. Привет, привет.